Всем привет, Краснодар, 5 часов утра, это новый влог, мы едем на море, и с нами Настя, Никита, Алина и Елена. Про Лену с Никитой я вам расскажу чуть позже, а остальных вы уже знаете. Едем так рано, выезжаем в 5 утра, чтобы попытаться проскочить все пробки. Поехали с нами. Короче, остановились. По нужде, а тут такие кусты. Кто знает, что это такое? Я сначала думал, что это голубика, но она прям твердая-твердая ягода. Кто знает, напишите. Кто тебя укусил? Вот такой вот муравей. Муравей? Да, там муравьёчек. Он мне прям в тапок залез. Он думал, что вы его семки пришли грызть. Точно. Ладно, погнали. Короче, приехали на Утриш, на самый мыс. С парковкой вообще жопа. Встали вот так. Не знаю, часок тут искупаемся, туда поедем. Витязево. Надеюсь, никому не помешаем. На парковке мест нет вообще. Дарите женщинам цветы. Да, народу тьма. Ваня, куда мы идем? Да вот тут окунемся. А смотри, вон там хотя бы. Есть место? У нас много, видишь.
Я думаю, мы долго залеживаться не будем. Окунемся, освежимся, пойдем покушаем. Мы хотя бы нужно место, где бы присесть. Вообще водичка ничего такая прозрачная. Ну народу все вообще забито. Не сесть, не встать. Вообще. Как и парковки нету, и места нету. Все забито. Все забито. Нашли вон под лестницей местечко там. Просто чисто окунемся сейчас и поедем. Что, вода теплая? Да, теплая вода, вообще теплая. Да, вообще теплая. Сама ты ледяная. Точно. А кто там? Вот. А кто там? Какие-то креветки. Ну, креветки — это фигня. Они не кусаются? Нет. Как вода, теплая? Да. Нереально. Это всегда страшно. Глубоко не заплывай. Куда? Иди сюда. Слушай, вообще прекрасная вода. Прекрасная вода, она такая чистая. Реально. Офигенская просто. Народу пипец, я просто в шоке. А потому что, блин, да, ну люди знают, куда ехать отдыхать. Поэтому она реально прозрачная, смотри, сколько метров. Хотя сюда не ходят даже поезда, не летают даже самолеты. Тупик. Не ходят, да? Пешком люди. Потому что пройти, если ты играешь, вообще музыка просто отпад. Алина, давай танцевать. Никита, вода холодная? Холодная? Вообще круто. Здесь лава далеко не убивает. Обожаю. Красавчик. Плаваешь вообще как бог. Ты где учился? Батя тебя учил? А? Батя тебя плавать учил? Нет. Там? Я греблей занимался. Да, греблей? Мы в бассейн ходили. Понял. Классный купальник. Спасибо. Где взяла? Ты подарил. Нравится тебе? Я ж выбирала. Молодец. Пошла? Да. Пошла? Да.
Это, ребятки, большой утриш. Вон там заповедник на этой горе. Это, пожалуй, самый лучший пляж, который я видел за то время, которое я здесь, на Кубани. Сколько там, 12 лет или больше уже? 14. Где я только не был. И в Сочи, и в Ольгинке, и Лермонтова, и в Джубге, и в Архипке. Вот здесь вот самый лучший пляж. Но быть в Анапе сюда не заехать, поэтому мы первым делом сюда еще даже не заселялись. Сейчас поедем, искупаемся, поедим и поедем заселяться. Как можно замерзнуть в такой воде теплой? Это потому, что она не ест ничего. Ее больше на море, наверное, брать не будем, если она есть не будет. Никто не мерзнет, она одна мерзнет. И сходимся, и расходимся. Давай. Раз, два, три. Надо подтянуть себе этот жилетку твою. Ай, подтянуть, дай подтянуть. Настя. И ты почувствовал, что отпуск начинается? Ну, конечно. 5 утра. Только сегодня в 5 утра? Только сегодня в 5 утра. Водичка теплая, да? Шикарно. Настроение? Настроение тоже. Там только шашлыков поедем. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Долина, чудная долина. Как вы думаете, что там? Какие-нибудь винодельни, наверное? Или логистическое что-то? А вон море. Апостольская церковь Сурб-Геворг. Короче, обзор номера. Рум-тур. Вот такой вот дворик с бассейном. Бассейн позже покажу. Вот как заходишь. Сейчас, подожди, я сниму обзор. Здесь, короче, душ, туалет. Осторожно, душевые кабинки стеклянные. Умывальник. А здесь шкаф, тумбочка. Все обшито деревом. Здесь четырехспальная кровать плюс раздвижное кресло. Небольшой холодильник с морозильной камерой. Где морозильная камера? Это маленькая? Да. Нет, там есть телек, кондиционер. Теперь выходим на улицу и смотрим. Сушилочка. Второй этаж. Получается, Лена с Никитой на втором этаже, мы на первом. Мангальная зона, русская печь. Там что-то строится. Здесь, наверное, бак с водой. Умывальничек, ровишечки и бассейн небольшой такой, но чистенький, хлорирован. И очень много столиков. Пока тут солнце, но вечером будет тенек, я думаю. Как тебе, Лен, местечко? Хорошо. Бассейн будешь нырять? Да. А вам на YouTube реклама не нужна? Настюш, презент маленький от владельца. Я забыла, что вы делаете подарки. А чача нет случайно? Есть чача продажу и вино и чача. Пойдемте купить вас. Так, вот такие тут запасы, смотрите. Чача. Ну, я сразу же, конечно, приобрел. Вы же понимаете.
винишка холодненькая, Изабелла, полусладкая, каберне, сухое. И цены такие приемлемые. Шардоне даже есть, мускат. Вот наш чемпион готовится к заплыву. Только с борта не прыгать по лестнице, все, без тапочек. Давай всем скажи. Привет, физкульт, привет скажи. Никит, привет. На камеру физкульт, привет скажи. Привет. Физкульт, привет. Физкульт, привет. Все, поплыл. Так, еще одна пошла. Залезай. Так, ну мы сейчас поедем, какой-нибудь еды возьмем, попить возьмем. Тут детская вот площадочка, еще номера какие-то. Стол не занимать, только для шахмат. 100 рублей час. Недорого. Настя, ты умеешь шахматы играть? Да? Да. Шашки. Ты же татарка, ты должна это. Нет, восточная игра. Карты могу играть. Вот такие гранаты тут уже поспевают на территории базы отдыха. Вот это самое крупное. Остальные чуть меньше. Красота. Затарились. Провизия, водички взяли. Всяких ништяков, еды, в общем. Чтобы сейчас перекусить. Хлеб, мем, зелень, мелень. Ну, овощи. Так, есть тут вот такая еще столовая. Вход в купальниках воспрещен, то есть надо раздеваться, прежде чем войти. Девчонки тут готовят перекус. Картошечка будет отварена. Приятного аппетита. Салатик тут Настя уже делает. Нет, не салатик, а просто резать. А просто нарезочку овощную. Ну я что, пивас, короче, взял и погнал в бассейн. С приездом. Кипарисы или туи растут? Туи. Сложно их было вырастить? Ну, 5,5 лет. Я смотрел, в Джугби все посохшие стоят. Здесь тоже они видят, но какие там уже посохшие. Они прям коричневые все стоят, коричневые. Они внутри тоже ржавеют, так можно сказать. Да нормально, тут место. Они тарелка по тарелкам не распределяют. Дети в бассейне там. Ну, мы будем сейчас обедать или ужинать. Время 2:30, наверное, обедать. Картошечка разваристая с укропчиком. Копченая курочка. Помидоры черри. Перец болгарский. Вино. Домашние оливочки и вообще ромское. Так что я самое главное вижу. А вот он чача обратно забыл. А да. Сейчас детей тоже вытащим. И покормим. Ну что, с приездом. Приятного аппетита. Не уверен, что вам что-то видно, но это наши дети в басике. Ну, а мы за столиком. Короче, я не знаю. Короче, приводим себя в порядок, потому что сейчас время поехать куда-то, где весело. Так, смотрите, ребятки, мы собрались тусить. Да не видно, только слышно. Не да, видно дождя. Да как не видно? Да, я вот каждую видно. Капельку на видео а, вижу. А, ну вот, если... А, да?
А, только по видео можно посмотреть, как дождь идет. Так его не видно. Это просто по видео дождь, а так, в принципе, его нет. Это наложенный дождь на видео. В общем, едем на Тус, уехать минут 20 еще. Едем в такси. Если никого там не снимаю, потому что, ну, дальше все увидите. Говорят, полнолуние тут ни при чем. Постоянно, говорит, так, костры жгем и все. Видно было.
не стоп, один 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 не стоп. Следующего дня надо немножко взбодриться после вчерашнего. Как вода? Кофе будешь? Ой, я. Так, сейчас позавтракаем на море. Я сейчас готовлю завтрак. Вкуснота. Позавтракали, теперь идем на море.
Находимся мы в центре Витязева, поэтому до моря где-то полчаса пешочком. В такси мы не влезем все, поэтому сейчас будем искать какие-то альтернативные варианты. Полчаса топать совсем неохота. Везде музон, короче. Это нарушение авторских прав. Ну, а мы едем на море. Приехали по ралли. Центральный пляж Витязева. Мужской стриптиз? А там сакэ бывает. Будем мы ночь, вот бесплатный. Я бы сказала, что людей немного. Обычно идешь и прям этот, да, можно потеряться в толпе. Это кревитосы, да, да? Да, слушай. Креветки, да, вот это? Креветки, да. Сколько стоят такие? 300 рублей 100 грамм. А в чем они? Ой. Вот это тесто, да, вот здесь? Панировки, это тесто. Это, короче. 300 рублей 100 грамм? А сколько это получается штук там? Штучек 6, наверное. Ну, спасибо. А вот эта полоса, это что? Вот это имя ананаса. Дюка, да? А вот это? Это манго. Манго. Спелый, да? Да, да. А что ты там делаешь? Просто ж мякоть? Ну ты ни хрена не восемь. Надо у дядьки было спросить. Мне сейчас это разводить начинают вообще. На мыло? Вон она идет! А я ходила, вас искала, блин. Чуть это, инфаркт себе не заработала, блин. Ой, ой, девочку трасли. Шикарный. Что, пойдем подпевать его? Пойдем. Так, а вы здесь? Прямо туда далеко не заходить. Сняли вот такую беседку. 1500. Ну, типа вместо шезлонгов. И сейчас я между ними залезу. Алина вон у меня там кайфует, а Эли и это Никите им, ну, неинтересно, потому что, ну, не глупо, прям поглубже. Но опять туда далеко их отпускать тоже мне это не хочу. Если бы с нами, то понятно. Вот это волна прям там еще. Натяги? Ну, для детей мне хочется, чем мягче, там лучше. Ну, конечно. Как следить, глаз до глаз. Ну да, и мне спокойно.
Что происходит? Прокомментируй. Здрасте. Я не знаю. Ну, в двух словах, там орут, там что, сирена какая-то. Тут начинает напрягать. Тут волна, короче. Алина здесь, Оля здесь. Главное детище. Все. Тягун начинается. Ух, ты здесь? Водичка неплохая, но начинает она свести, видите, водоросли. Ну, это беда Анапы, эти водоросли каждое лето. Бывают красные, бывают зеленые. Сегодня зеленые. Не обжигалась. Горячая, молодая, вареная кукуруза. Молодая кукуруза? Молодая, конечно. Вкусная. Чё? Ешь. Горячая. Молодая. Варёная. Это вообще не это. Не остывает. Не остывает. Ну, в пакете, да? Открыть его. Как ты ее держишь? Она очень горячая. Вот здесь прям вот. Я не могу. Так, что мы взяли? Картошки взяли, все, короче. Взяли вот таких ребрышек. Взяли вот такой вот шейки. И взяли люляшки. Палочку. Это на вечер, чтобы покушать. А, лаваш еще взяли. А тут рыбалка идет полным ходом. Мы возвращаемся домой уже на базу. Просто ливаем, показываем. Дядька научился, хорошо. Колечко одеваете, ребят, вы тупо забираете. Показываю его. А птичий гриб не бывает? Бывает. Пошли, Лев. Даю привет своему другу Владу. Владу привет. Бате хочешь привет передать? Привет, бате. Может, брату? Я не знаю. Он, наверное, там. Одноклассникам? Одноклассникам тоже передаю привет. Все. Будешь в Ютубе показывать себя им. Круто. Да. А это Тартуга, ребятки. Тоже Витязево, но другой пляж. Посмотрим, что здесь. Здесь дюны. Там верблюды, осторожно. Бездомный. Осторожно.
прибрежных. Да, вдалеке виднеется Анапа. Народу здесь не так много, как на Паралии. Напоминаю, пляж называется Тортуга. Это ближе к открытому морю, к косе. Взяли, даже местечки в тенечке нашли. Идем на бананчик. Вы готовы? Сейчас найдем. Вон они. Все трое. Видишь? Настя, ты купаться? Вода зеленая. Говорят, с утра нормальная, к вечеру зеленая. Ну, это свойство Анапы такое. Зеленая вода. Иногда даже красная бывает водорост. Но не в этот раз. Так, передаем привет одноклассникам. Привет передаю. Школа номер... Нет, школу не буду называть. Привет передаем одноклассникам. Эля, медуза укусила, у нее там красная. Укусила? Да нет, запускала. Поцарапала, наверное. А где все? Пошли на таблетку. Серьезно? Где? Да? Куда ушли? На таблетку. Это где? Ну, нам туда нельзя, потому что я боюсь, что ты маленькая. А Эля? Куда? Она тоже захотела? Никита с Элей захотели, Ленка повела их. А как вы это будете? Вот эти по банан, только по-другому, немножко там страшнее, там точно не сможешь. На таблетку. Ложись вот там. Ложись вот здесь. А какое? Вода просто, молоко. Просто или парное? Парное молоко. Просто парное молоко. Не понравилось, что ли? Ой, вы бы знали, что там было. А что ей-то понравилось? У меня руки болели, когда я за эти... У него руки болели. А у нее что? Нет. Нет, конечно. Взял, я видел, тебя тоже там трясло. Я второй раз делала, ну, быстрее, а он не хотел быстрее. Ну, в общем, было страшно или нет? Я его остановил, получается. Да? Я остановила потом. Что ты хотел? Вам понравилось? Вообще понравилось. Все самое главное, вы попробовали это, запомните этот момент, что вы А я не пробовала. Давайте с нами? Не, не хочу. Русалка анапская. Представляете, все это вот с воды, все это на олениных волосах. Ну, дома будем доставать. Ну, у вас там типа как магазинчик, да, вот это вот? Я просто для себя делаю. Я делаю для себя, просто у меня как бы излишки скапливаются, и я вот приезжаю покупаться и людям предложить нормального вина попробовать, хоть это, отведать то, чего здесь другие. А чаще не делаете? А сейчас у вас тоже с собой вино есть? Есть, я вот приехал недавно, покупался, тут мне успел предложить людям, у меня уже там несколько взяли бутылочек. А чачу у вас тоже есть? Чачу делает братимик, тоже есть, он со мной меняется на мое вино. Он делает чачу, я делаю вино. Вот. И, возьмите попробовать. Нет, вы можете попробовать, у меня есть пробники, вы можете, ну, как бы даже, ну, так, оценить, просто, ну, понравится, не понравится, если вот не понравится, вам налью из тех, которые...
Нет, это нормальное вино, но дает черносливы. В этом же самый кайф. Нет, хотя вот сейчас вот чувствую. Это самый кайф. То есть вот... А почему оно такое прозрачное? Ну, это как вермут полынью дает. Подожди, ну вот вчера пили с Настей, оно было какое-то прям, прям темное, красное, темное. Подожди, ну это... Это черешня. Это же вино, вот я тоже брала с собой. Если вы есть, вчера взяли, попробовали. Да, я знаю, не вкус, блин. Не стала пробовать, а приехали. Не, все отдаст на руки. Да. Здесь в этом отношении все без обмана, за сучи. Выполнена операция по увеличению грудей. Эля! А это реабилитационный период. Лучше бы я в ульяновске футболом. Ты довольна? Нет. Новым телом. Не надо. Ну опять первый размерчик. Надо сделать. А что относись больше, чем вторая? Так это жизненно. Как это жизненно? Ну, наверное, был. Ходят слухи, что у девочек одна больше другой. Это нет. Не только у девочек, это вообще у всех. Ну, да. У мальчиков тоже. Ну а это, ребятки, ночная паралия. Или паралия, как ее тут местные называют. Но я знаю, что это греческое местечко, которое называлось паралия. А не паралия. Но местные называют ее паралией. А для меня параллель. Пойдем. Пришли, как обычно, клубешник, как мы любим. Вот такое. Причал. И попозже зайдем, покажем. А? Какой ты выбрала? С криком или без? Я выбрала вот эта глубинная бомба. А. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. Come on.
Чистенько, я вас поздравляю. Ой, девочки, ведь так вот скоро стало. Ой, девочки, хочу.
заказали пиццу с 4 сыра. Ну, потому что мы же голодные остались. Прощальный ужин, набрали всякого мясного изоста, чаще вино. Прощальный ужин, потому что я-то завтра уезжаю, а девчонки тут остаются еще на неделю, а я приеду за ними через неделю. Поэтому приятного аппетита и всем пока. Пока всем. Ладно, поехал. Все, пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.